Как известно, хорошее начало – половина дела. Именно поэтому весенняя уборка началась с внушительного парада коммунальной техники. На центральной площади столицы района выстроилось более 60 спецмашин, принадлежащих управляющим компаниям и предприятиям ЖКХ. Подобные парады прошли по всему муниципалитету. В общей сложности в них участвовало 178 единиц техники. Старт субботнику дал глава района Андрей Иванов. В Подмосковье сегодня стартует месячник чистоты. И тысячи, десятки тысяч жителей по всему Подмосковью сегодня вооружились лопатами, граблями, перчатками, кисточками. И мы с вами часть этой большой и дружной команды. Я хочу сегодня сказать слова благодарности, большое спасибо нашим сотрудникам коммунальных служб и всем добровольцам, кто сегодня вышел из дома и вместе для того, чтобы вместе с нами очистить наш родной Одинцовский район. Поддержать участников субботника пришли лучшие люди Одинцовского района. Прямо с центральной площади большая часть техники отправилась на уборку улиц. Но несколько машин остались и стали частью праздничной субботней экспозиции. Любой желающий мог познакомиться со спецтранспортом, чем с удовольствием и воспользовалась местная детвора. У субботников 2018 есть своя изюминка. В этот раз у нас основной акцент делается на дворовые территории, чтобы жители в своих дворовых территориях в рамках субботников имели возможность провести уборку, подкрасить какие-либо малые формы, если это необходимо, посадить деревья. У нас также будет акция «Посадить лес», она также проходит во дворах. И это все позволит жителям ближе познакомиться с той коммунальной инфраструктурой, в которой они живут. Принять участие в субботнике мог любой желающий. В этот день в районе действовали десятки точек выдачи инвентаря и 9 пунктов питания. Такой серьезный подход позволил привлечь к уборке в общей сложности около 8 тысяч человек. Глава района и депутат Государственной Думы Оксана Пушкина собирали сухую листву. Правда, Андрей Иванов признался, что больше всего любит на субботниках работать бензопилой. 21 числа, когда будет самый большой основной субботник в Подмосковье, займусь своим любимым делом, буду очищать и лес, или парки от поваленных деревьев, от сухостоя. Сделаем большое объявление в социальных сетях и во всех средствах массовой информации. Это будет грандиозный большой субботник, причем мы все субботники, в том числе как и сегодняшний, пытаемся организовать в атмосфере праздника. В течение всего месяца каждые выходные будут проходить мероприятия по уборке и благоустройству территории района. Так что присоединиться к ним успеет каждый. Мое мнение такое, все начинается с порядка, да, во дворе, на рабочем столе, в голове, это же вот все, да, система навыков, поэтому если мы не будем своим детям, вот детей не вижу у меня на участке, мой вырос, но если бы мы вот своим примером, что называется, показывали, все бы было у нас очень в порядке, во всех смыслах слова. Во время первого в этом году субботника было собрано и вывезено более 2000 кубометров мусора, приведено в порядок 136 дворов, 168 игровых площадок и 49 воинских захоронений. Петр Горохов, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».